Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Выхожу скоро замуж. За парня у нас очень большая разница. В возрасте лет 10. А мы очень мало общаемся по переписке. Вживую виделись раз 6, знакомы 3 месяца. Он очень волосатый, со своими принципами, с курящей. Не буду заводить отношения и с пьющей. Пытался выведать, не курил ли я кальян. Не приносит мата. О чувствах молчит. Иногда его пробивают, и он говорит мне приятно, но это бывает очень редко. Не пишет мне на серьезные темы, которые стоило бы обсудить. До брака затрагивает косвенные темы. Знаю, что у него было из кого выбрать, но ему мне не понравилось. Я боюсь, что он может передумать и бросить меня, если скажу, что громко матерюсь иногда, не всегда нежная, ласковая, тихая. Люблю иногда поныть и драматизировать. Просто была в тяжелых отношениях, хотела себя убить себя оттуда, большой шрам на руке. Что у меня отец никогда не участвовал в моем воспитании, ему было все равно, как он к этому отнесется, что мне делать. Ну, я думаю, что вообще-то здесь вы в первую очередь как-то о своих страхах говорите больше, нежели чем о, например, ну, о том, как человек отнесется к этому. То есть, ну, правда заключается в том, что вы сами уже плохо к себе относитесь. Вот. Правда заключается в том, что вы себя уже сами обесценили. Вот. Причем сильно. Довольно-таки. Вот. И, соответственно, нужно сначала решить проблему ваших страхов, как я уже сказал, комплексов. Вот. А дальше, ну, собственно, будет видно, в какую сторону вы хотели бы двигаться. Вот. Потому что не кажется ли вам, что рановато говорить о браке после 3 месяцев знакомства с учетом того, сколько вы виделись? Вот. Это первое, то есть, по сути, вы, вероятно, остаетесь незнакомыми людьми, сюрпризы, естественно, будут, и здесь как будто бы вы нарываетесь на скандал опять. Вот. То есть, точно так же, как в предыдущих отношениях вы страдали, а здесь у меня такое чувство есть, что готов бы вы страдать опять. Вот. Готов бы вы страдать снова. Вот. Как будто бы. Понимаете? И это вот, на мой взгляд, это про про чувство вины, как будто бы. Если это так, то с этим нужно работать. Ну, я так полагаю,
предполагаю. Страх быть брошенной, это про что? А как вам, что вы, по сути, вот, ну, в отношениях находитесь из-за того, что боитесь, что просто, ну, что бросит вас. Вот. То есть это вот все такая довольно важная история. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи.